Не хочу тебя прерывать, Кэл, но нас ждет босс. Кажись, нам свезло. Вот и он же. На линии 10А есть проблема. У транспортера заело захваты. Нужны двое, чтобы проверить там кабели. Эта задача не из простых. Гильдия удвоит оплату за смену. Давай, Кэл. Надбавка нам не повредит. А? Ладно. Отлично. Идем. За работу. Сюда. Уже иду. Да, войны клонов были жестоки. За такие деньги возиться с действующим оружием. Извини, Кэл! Не волнуйся. Все эти инструменты не доживут и до конца смены. Наверху! После тебя! Только взгляни, корабль сепаратистов. Давно не видал барышников. Да, давно. Разберем и получим деньги. Ну, вперед. Конец. Ищи обходной путь. Ничего, я находчивый. Встретимся там, друг. Базу немедленно. Ты нелегальный мусор. Нелегальный? Но мусор же. Просто прохожу мимо.
живешь, Кэл? Рад тебя видеть. Взаимно. Смотри, не убейся. Не собирался. Похоже на крыс со свалки. Просто иду мимо, ребята. Не выходите и не приветствуйте. У захватов. Звучит неплохо, скоро буду. А ты как здесь оказалась? А? Смотри, корабельный резак! Вот это да! Чем пока они не начали резать крыло. Кэл, дерни рычаг управления внизу. Готово. Теперь ты. Секунду! Так, заход зафиксирован. О! Ты как там? Я здесь. О, напугал ты меня, парень. Есть. Погоди, сейчас сделаю. Готово. Давай сюда! Только посмотри! Истребитель джедаев!
Просто клад! Настоящее сокровище! Сколько он тут валяется? Года 4? 5. Его пилот погиб в лучах славы. О, джедаи. Просто ужас. А я всегда говорю, что не все они предатели. Может быть. Это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы. Да. Разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерть, а. Рискуем своими шеями за боссов. Кстати, платили во времена Республики получше. Эй, ты за языком-то следи. Послушай, за такое заплатят столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. С чего ты взял, что я хочу свалить? Ну же, Кэл, ты еще молод. Не бери пример с меня. Когда-нибудь у тебя будет другая жизнь. Найди свой путь. Как скажешь. Пора бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Это что? Ты живой? Кэл! Не могу забраться! Ралф! Держись! Я соскальзываю! Нет! Не отпускай! Не удержаться! Ралф! Нет! Ралф, ты цел? Я в норме! Только прижало! Пилота нет! Я вытащу нас отсюда! Держись! Осторожно, Кэл! Берегись! Это же едва летит! Держись! Прав, ты цел? Да. Надо уходить, давай. Да. Все так быстро. Что это было? Это же все ты, да? Ты использовал силу, да? Тебе показалось, ясно? Слышишь меня? Я ж видел, я ж своими глазами слышал, видел. Прав. За тебя же награда. Я знаю, я знаю. Так, что ж, будем осторожней. Да. Такое пережили. И я знаю, как ты рисковал. Я перед тобой в долгу. Не замочь. Я серьезно. О, за это не переживай. Но здесь небезопасно. Может, ты того сбежишь? Сперва мне нужно забрать кое-какие вещи. Пепперс поможет мне. Он вроде как на Наршат, да? Да. Мы теперь не скоро увидимся, Брав. Да. Ну ладно. Ладно, Кэл.
подожди. Куда ты идешь? Запоминай. Учитель. Верь только в силу. Поезд встал. Ага. Что-то здесь не так. Всем встать! Проверка личности! Всем построиться! Может, очередная проверка на контрабанду. Это точно все? Да, вторая сестра. Мы ищем опасного беглеца. Это не какой-нибудь анархист, а последователь мерзкого ордена джедаев. И если не выдадите предателя, вас обвинят в заговоре. Лучше рассказать правду. Иначе всех вас ожидает смертная казнь. Наверное, мне стоит признаться. Я столько лет работал в этой дыре. Еще до войны. Мы ремонтировали корабли. Лучшие в галактике. Но при Империи инженеры стали разборщиками. А рабочих просто поработили. Ралф. Мы все это знаем. Просто боимся сказать. Для Империи мы все лишь ресурс. Да, ты прав. Нет! Световой меч, неужели? А вот и джедай. Что это? Проверь, что это было. Ау! Ну и боль. Стоять! Не с места! Как ты здесь оказался? Полегче. Тут посторонний. Эй, может, не будешь докладывать? Молчать! Этот враг здесь? Слышал, что передали по связи. Джедай? Опасно! Мимо нас не пройдет. Это предатель! В атаку! Ко мне! Быстро!
Я доберусь. Да мне не нужна поддержка, чтобы убить. Добрался до джеда. Объект здесь. Огонь на поражение. Я смогу дать ему отпор. Блокируй сколько угодно. Мне нужна лишь пара попаданий. Попал! Вступай в бой! Ты ничего не добьем. Грузовой люк заблокирован. Выход один. Я решил отдохнуть. Так я готовлюсь. Так ты готовишься к смерти. Отдохнешь, когда умрешь. Атакуем его! Я пока не готов. Я тебя поймаю! Чё-то не очень-то крутой! Пойти вперед, остановить поезд.
нужно укрыть. Надо успеть между выстрелами. Сейчас. Они отстрелились. Надо вниз. Подберем тебя, когда сможем! Еще. Поезд встал. Это не к добру. Yeah!
забрал. Знакомая стойка. Похоже, ты прошел подготовку. Кто твой учитель? Подава. Вдруг я его убила. Кто пожертвовал собой, чтобы ты выжил? Бегать вечно не выйдет. Не испытывай мое терпение. Эту штуку и садись. Спасибо за помощь. Кто вы такие? Я Цера Джанда. Это мой капитан, Грис Дридус. Как дела? Да, Богомол мой корабль, но заправляет тут всем эта леди. Ну? А кто ты? Кэл. Кэстис. А кто это там был? Имперский инквизитор. С помощью силы выслеживает джедаев. Теперь она знает, кто ты, и не остановится, пока ты не умрешь. Откуда ты знаешь? Зачем помогла мне? Мы следим за каналами имперцев. Услышали, инквизиторы летят на Бракку и отправились вслед. Вот как? Ну и сколько нынче дают за джедаев? Вот тебе и спасибо. Я понимаю. Ты так долго полагался лишь на себя, что не можешь никому доверять. И поэтому ты жив. Но есть задачи поважнее, чем просто выжить. Например? Возродить Орден Джедаев. Вдвоем? А кто еще? О, мы тебе не подходим. Совет Джедаев? Их нет. О. То есть у вас только я. Капитан, берем курс на Богана. Так точно. А пока что пойди отдохни. Иди, не бойся. Пока. У тебя еще будет другая жизнь. Найди свой путь. Кэл, осторожно! Ты разговаривал во сне. Чудик.
Крис? Не сейчас, у меня дела. Это песня. Это я сочинила ее. Коснувшись предмета, ты видишь его воспоминания, его историю. Это отзвук силы от предмета. Немногие джедаи так могут. Откуда ты знаешь? Я была джедаем, но это в прошлом. Мы знакомы? Нет. Я знала твоего учителя, Джара Топала. Настоящий защитник республики. Да, он герой. Кое-что произошло со мной во время истребления. Я выжил, но моя связь с силой нарушилась. При медитации я расслабляюсь и теряю контроль. Будто я снова там и... Ты выжил, Кэл. И ты не один. Это в прошлом. Приближаемся к месту назначения.